я когда попросил какие позитивные намерения, да, чтобы получить ответы, у меня то есть, было и больше сигналов. Очень хороший ответ, вопрос. Может быть, по ходу действия смена сигнала? Например, часть одна. Да, эта часть может дать какой-то другой сигнал. Раньше у меня было вот такое вот с глазами, а сейчас у меня возникло какой-то как толчок вот такой вот сбоку, например. Угу. Я не знаю, что такое. Дорогая моя часть, ты же идентифицируешься, отвечающая за поведение вот это. Мы уже обращались к ней, правда? Ты мне дала какой-то новый сигнал. Я хочу попросить тебя, если это сигнал «да», сделай его отчетливее. И ты получаешь. Или там, если это сигнал «нет», сделай его вот таким вот каким-то. И ты получаешь. Ты каждый раз устанавливаешь, может такое быть, может смена сигнала. Например, части, ну, надоело давать такой сигнал. Мы за это не отвечаем в сознании. И надоело. Тогда что? Мы опять заново определяем сигнал. Это вот такой сигнал. Это да или это нет. Если мы получаем вдруг там один сигнал, другой, третий. Я не совсем понимаю, что это такое. Я могу попросить. Дорогая моя часть, сделай, пожалуйста, из целого ряда тех сигналов, которые я получил, какой-то один, который будет ведущим, например. Я это слышу. Бум! А те два, может, там как-то они там проявились или нет, там, да, но этот совершенно точно отчетливее. Угу.